тебя проверить пришел попутно. Все ли взяли? Что мне интересно, заказы идут на полный комплект, 38 книг. Но у меня нету одной, это стихов. Они только для показа здесь. Вот это первая книга, которая у меня вышла. Вот, церковь. И я вместо них положил два костюма, один костюм православия дополнительный. Ну и все остальное здесь. Сейчас попросил Володи показать. Ладно, не вытаскивай, подожди, я сфотографирую. Это уже заложил. Вот оно как идет. Они все разного цвета. Все, закладываю. И главное, что два полных комплекта отправили в Америку, шли дольше, стали беспокоиться. Ну, сейчас сообщили, дошли. И сегодня тоже из Америки. Госпожа Жарова пожелала получить. Вот все у нас книги. Здесь я могу показать, они лежат. Вот отсюда берем. Вот так вот, первый ряд. Какого цвета. Они все разные. Вот так, чтобы многотомник был. Вот тут 33 тома у меня, в бумажном варианте 30. И все разные. Вот тут как лежат они. Симфония. Там я составил на жития святых. Симфония, но не каноническая. Самая лучшая за всю историю, как думаю. Вот это Кристин православия. 40 лет материалы собирал. Книги кончаются. Кончаются. Книг таких нету нигде больше. Нету нигде. Да это невозможно. Во второй ряд. Какие они... Разные цвета, но это один цвет, это потому что их больше стоит. Сейчас сверху-то сняли, вот она, какая должна быть. Синяя здесь идет, красная. 11 том. Золотистый. Вот это тоже два лежат, это сейчас подним другой. Такого вида. Я сейчас вот поднимаю. Она там вон какая должна быть, сейчас я достану. Чтобы на глазах были. Каждый определенно вот, любят мусульмане зеленый цвет. Книга, вот посвященная их верованию. Разбирается история мировая, книги. Полностью сравнивается Библия с их главной книгой, Кораном. И говорят, да там мало противоречий, почти нету. Мне смешно, я говорю, ты считал хоть ту и другую? Нет. 5216, которые могли бы точно быть написаны. А вот тут у нас и кошки бегают. Рыжий. Вот сколько тут. Сколько у тебя? 6 кошек тут? 7. 7? Да. Мы же еще рыжую принесли. Ну да, 7. Вот 7. Подожди, сейчас я открою. Открою подвал. О, давайте сюда. Вот оно. Они в погребе тут. Их сейчас выпустили играть. Ну давай, иди туда. Ну, иди, иди, иди. Давай, рыжий, иди. Вот он где. Давай туда, давай. Ты же давно ласка ходишь. Ой, хорошая кошечка такая. Вот Буска там встречает его, рыжего. Закрытие она не поддается. Ну, вот так. В два ящика не войдет. Надо отдельно еще два пакета или один пакет. Вот которые подсылали тот раз в Америку, два комплекта сразу. И один был ящик большой, 25 килограмм. Он дольше всех шел. На неделю позже пришел. Ну, вот по милости Божией, чтобы так вот залезла по книгам топчешься. А разве можно это делать, а? Вон они сколько их. 7 штук тут. Всю зиму кормим. Щи неизвестно кошки. Не щи. И они тут замерзают на улице, а теперь они у нас вторую зиму ночуют. Вон она, в зеркальце посмотрела. Ну и понятно, красавица. Вот она где. Вот они, кошки какие. Это не наши. Ну как не наши, зиму кормим. Вторую зиму кормим. Все кошки погибают и весной появляются откуда. Ну вот так. Это третий хочешь ящик? Да. Так он не наберется. Он наполовину пустой будет.
Сейчас увидим. Надо отдельный пакет делать. Да, давай. Эти-то большие, эти больше. Ну ладно, побольше, если. Ну вот понятно так. Пришлось полный комплект отправлять в Испанию. Испания. А там дальше, это Португалия был, там купили несколько. Великобританию, Ирландию, Шотландию. Ну и во все скандинавские страны, Прибалтику по полному комплекту. Особенно мы сняли в Риге было, как подавали там, библиотека интересная такая. Вот. Это вот мне Господь позволил написать за 9 лет. Сам набор делал. И даже в шоп-шопе работал. Ну еще, что такое? Ага. Ну на книгах-то, ну хорошо ли? Давай, уходи. Давай, вот так. По столу идет. Что им нравится по книгам топтаться? А дядя Вова их на день открывает, и они тут бегают. А потом там свет включает. И вот это по 3 листа, по 2 листа, пенопласту. Они его... Тут написано даже, что утеплитель. Они его корябают, видишь, как и задрали. Я думаю, не надо им так. Они его грызут и испортят. Видишь, как край весь угол срезали. Они портят. Везде лазят. А почему? Потому что мыши везде лазят. Поэтому кошке разрешается это. Ну все. Посмотрю, как у меня глаз. О, как Шариков говорил, глаза могу лишиться. Даже не знаю, как тут направить, чтобы видно было. Вот так. Сегодня у нас 31 января 2020 года, пятница. У нас везде места писания, из мест писания выставлены. Лучше российского флага за всю мировую историю не было. Жизнь, рождение в крови и вся жизнь такая. Помышляя о небе синем и великий белый престол. Это не какие-то там флаги, звездочки да волны. Нет. Это прямо проповедь, библейская проповедь, от Адама до Суда Божия. Это вне конфессиональный, вне временный, вне национальный. Для любого, в любое время. В маленькую вошло. Еще все вошло? Вот, в маленькую, маленькую. Маленький, ну и вошло, да? Да. Молодец. Так, эти, визиточки положи. А, вон туда их. А то у меня в кармане есть. Видишь как? Это кто сказал, плащ Иеремии. Ну, везде у нас, везде. Куда глаз не бросишь, везде священное писание. Что у православных так любили Библию, это вообще... Куда не повернешь? 7 кошек. Все, все. Ай-яй-яй-яй, да какая она у меня хорошенькая. Да хорошая, ой, да. Замечательная кошка. Я бы взял туда, но у нас там 3. Они ее, она маленькая, ростом. Они будут обижать ее. Ну, красавица.